Давай, Ебукентий, расскажи, как плохо живется новичкам. Особенно учитывая то, что буквально еще пару часов назад ты сам маслочизировал их топовым донатом. Каюсь, наклонял. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мортит, а также капитан Очевидность. Сегодня будем говорить, друзья, о том, что серьезно просело в нашей игре. Я бы даже сказал, устремилось ниже дна. Новички Warface. Вот мы часто говорим, онлайн просел, все уже не так, и тут встает вопрос, схера ли так? Вопрос сей сочный, глубокий в обсуждении. И кто-то спишет на Warzone, а кто-то на везение. Но я скажу всем вам так, у новичков горит пердак. Я, друзья, решил создать твинка, чтобы посмотреть, как оно на самом деле живется новичкам. Создал, вошел в игру и начал гнуть. Но хуй-то там, дефолтный броник просто шлак. Ваншотил каждый только так. Любой крутил меня на шпаге. И устремился я тогда к луне. На жопной тяге. Ладно, друзья, переходим к серьезному обсуждению. Первое, с чем я столкнулся на канале новичков, это очень хреновый онлайн. Мы об этом 100 раз говорили, но представьте, что вы игрок из другой игры. Вот надоело вам играть какую-нибудь Warzone, Apex, PUBG и так далее, может какую-нибудь Радугу. И вы смотрите, вот все говорят там, Warface говно, а кто-то говорит нормально, наоборот, играет уже 7 лет. А дай-ка я попробую, а вдруг мне зайдет, мало ли что многие говорят. Многим и Dota не нравится, и Minecraft, это не значит, что игры плохие. Кому-то нравится, кому-то нет. И вот вы заходите в Warface, нажимаете поиск, и хрена с лысого, нифига подобного. Если даже и находится комната, она тут же распадается. Уже, сука, негативчик пошел к игре моментально, то есть уже игра прямо становится сомнительной на глазах, что-то тут не так, и играть то, что дохнет на глазах, особо не хочется. Но мы копнем поглубже. Посмотрим, что же там дальше у нас имеется. Все-таки комнаты кое-какие находить получается. Правда, в основном это пригород и какие-нибудь ангары с нефтебазами. Иногда получалось найти ферму, но редко. Комнаты тоже, кстати, очень часто были полупустые. Или, если вы оптимист, то полуполные. Человек, так знаете, 6, 7, 8, 9 играет и не более того. И самое жуткое, знаете что, друзья? Если вот вы реальный новичок, вы не знаете про ссылках в описании, вы не знаете про лудок, про какие-нибудь там пин-коды у ютуберов и так далее. Вы просто заходите и знаете, с чем вы сталкиваетесь. Вы бегаете в дефолтном бронике или там в арме, допустим, что тоже не особо круто на самом деле. И вас просто, сука, спиливают с золотого доната. Без шуток. Даже не то, что по ссылкам в описании у ютуберов, а с золотого, сука, метового доната. Без шуток. Это я не знаю, откуда это берет. Это просто мега нагиб. А если даже это будет не мета, это все равно будет золото часто. Это будет умелый игрок. Я не знаю, откуда там столько опытных игроков. Серьезно, я в жизни такого раньше не видел. Но реально сейчас новички и общий канал не сильно отличаются от ветеранов. И кто-то скажет, ой, это там одни только ветераны. Нифига подобного, новичков действительно в игре много, но видно, что человек явно новичок. Он не знает часто, как двигаться, он там изучает управление, он не умеет нормально стрелять, он не понимает вообще, как в это играют. И таких где-то полкомнаты точно, практически в каждой катке. Но хрень в том, что они просто берут на себя роль мальчиков для битья. То есть эти игроки, они не получают никакого позитивного подкрепления от игры. Они приходят, получают полную жопу огурцов, потом выписывают в чат, понятно, игра помойка, выходят и больше они никогда эту игру не запустят, я даже не сомневаюсь. Ракутагин, зачем так сгущать краски, а как же награды за обзвание, чё ты про них не говоришь? Кэп, ты чё, шутник? Какие нафиг награды за обзвание? Ты их вообще видел, эти награды? Это просто, это от парафинина, это маслочизация полнейшая. Ну ладно, может быть, человек подумает, ну бывает, ну ничего страшного, ну может быть я что-то не прикупил. Он заходит в магазин Warface, и сука, что он там видит, это просто жопа, это одно донатное изобилие. Ну вы поймите, вы это для нас норма, представьте себе, человек-новичок, он заходит в эту игру, он думает, ну блин, ну не может быть, сука, все нормальное в этой игре за донат. И тем не менее факт, даже не то, что там ничего другого нет, оно может и есть. Но магазин устроен, сука, так, что ты вот открываешь, ты вот так листаешь, донат, 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 и где-то там внизу, сука, в ебенях что-то там за варбаксы может. Как вы думаете, это является позитивным подкреплением? Это вызывает желание играть? Особенно в современное время, когда во всех шутерах, вообще современных играх принято, что донат это only косметика. Я уж не говорю о специальных приложениях типа комплекта новичка. Игра, сука, как будто кричит прямо во весь мир, задонать меня! И самое печальное будет, что если человек не разбирается, он ведь купит комплект новичка. И будет сосать дальше.
Что очень печально, потому что даже многие эти специальные предложения являются полным шлаком. Некоторые, конечно, годны. Я, например, купил все-таки Такида, задонатил и купил себе комплект боевой. Но многие не знают, что это такое. Они думают, что комплект новичка — это норма, они купят это. Да и вообще, нормально ли, что игра первых, сука, твоих шагов не просит в нее задонатить? А ссылки в описании у ютуберов ты забыл, да? Какие в жопу ссылки у ютуберов, Кэп? Большинство людей, вот реальных новичков, ты думаешь, я в эту игру пришел? Я что, знал, что ютуберы по ней есть? Да мне вообще похер было, я ничего не знал. Мы просто сказал другам, вон есть игра Warface, иди там, короче, попробуй. Я пришел, попробовал. Долбоёб. Все, я просто зашел, скачал клиент, запустил. Большинство вообще не знает ни про каких ссылок в описании. Новичков, реальные новички, они не знают, что есть ссылки в описании. Они, сука, ничего об этой игре не знают. Они привыкли действовать по обычной схеме, как в любой другой игре. Зашел на сайт игры, скачал клиент, установил, зарегистрировался там все. Зашел, играешь. И полную жопу огурцов в итоге в Warface получаешь. Добро пожаловать в филиал ада на земле. Друзья, ветераны, вспомните, как раньше было. Ну, без шуток, это не то, что раньше трава была зеленее. Факт, вспомните, как вы начинали свой путь в Warface. Канал новичков, канал ветеранов, то есть вот самое начало. Ты играешь, и играется классно. Я пришел из серии Call of Duty, отыграв в нее 5 лет. Мне было комфортно, мне было классно. Донат был, но он появлялся крайне редко. И дело даже не в том, что твинков и донати, и в этом во всем. Игралось легче, вы понимаете? Игралось реально легче, потому что тогда даже с дефолтом можно было тащить. Времена были другие, игра была намного более гостеприимна. Когда ты открывал магазин, ты не видел просто всего этого донатного изобилия. Там, блин, чуть ли не половина больше всего было за варбаксы. Ты сразу смотрел, ну что-то за донат, что-то не за донат. Потом смотришь, вон тот пацан бегает с каким-то донатным стволом. И ничего страшного, он вполне гнется с дефолтного Ремингтона. В общем и целом, друзья, могу сказать следующее. Сегодня канал новичков — это то, что напрочь отбивает у большинства этих новичков желание какое-либо играть в эту игру. Если раньше новичок мог на этих новичках сидеть, потом докачаться до ветеранов, потом понять, что как бы, ну, вроде донатить, ну, как бы я не хочу, и кто-то уходил, но далеко не все, наверное, половина точно оставалась, то сегодня он просто не дорастет до ветерана. Он сдохнет, точнее, выйдет из игры прямо там, на новичках. Многие не откатают тайные 10 каток, да. Ладно, убедил. Как ты предлагаешь всю эту ситуацию исправлять? Очень просто, капитан очевидность. Надо в корне поменять некоторые механики, друзья. Это необходимо. Это прежде всего я хочу к разработчикам, это для вас видео. Вы поймите, вы рекламируете где-то игру туда-сюда, много пытаетесь, но вы деньги спускаете. Понимаете, администрация, Mail.ru, вы деньги спускаете в никуда. Эта реклама, она по большей части просто бесполезна в этой игре. Потому что если человек с первых минут, с первых дней, он не втягивается в игру, она вызывает у него только негатив, он мальчик для битья, и... Тут уже нельзя сказать, да, ты просто не умеешь играть. Но объективно, сука, его гнут донатом золотым. Ветераны, полностью укомплектованные, как бы, полный фарш. И он заходит в магазин, думает, надо бы купить такую же пушку, как у него. И он смотрит, понимает, это донат. И без доната делать в этой игре совершенно нечего. То есть, все то, что плохое он слышал об этой игре, что это лютейший pay to win, он только заходит на новички и понимает, это правда, меня не обманывали. Пошла она в жопу, такая игра. И я еще раз повторюсь, это проблема современности. Раньше действительно такого не было. Раньше дефолтный броник был не так плох, дефолтные пушки могли нагибать. Да и таких, наверное, лютых игроков сильных на новичках не было. И вот вопрос, а как же, сука, это исправить? И это возможно. Во-первых, та система, которая у нас существует, поставщиков, она никуда не годится. Я вам объясню, что должно быть. К тому моменту, когда человек перешел на общий канал, подчеркиваю, не на ветераны даже, а на общий канал, общий, у него должны быть открыты все поставщики уже. Все, абсолютно, даже легендарная ветка. То есть да, качаться они должны так раз в 50, а то и 100 быстрее. И они не должны качаться древним способом. Ребята, сейчас на дворе не 2013-14 год. Выбирай, либо модули ты качаешь, либо броню, либо оружие. Все должно открываться одновременно. Вот этот пункт выбрать, он вообще его не должно быть. То есть человек, апая там одно звание, он уже должен получать несколько стволов, там броник, ботинки, перчатки и так далее. Чтобы к тому моменту, хотя бы когда он на общий придет, где донатеров еще больше, у него хотя бы легендарка была, чтобы ему было с чем играть, чтобы он каждую минуту не получал вот этот негатив и мысли о том, что тут рулит только донат. Кроме этого, для новичков надо другие алгоритмы магазина. По-любому, там не должно быть столько доната. Пункт третий. Донат на новичках вообще должен быть запрещен, кроме некоторых исключений. Это, опять же, те предметы, которые есть по ссылкам в описании у ютуберов. Это VIP-ускорители, которые новичкам как раз надо продавать, в отличие от ветеранов. Потому что, ну действительно, это будет здорово для них. Кто хорошо играет, сможет быстрее прокачаться, быстрее что-то открыть. Но это не должно быть там, что можно купить там на 1000 лет. А, скажем, именно предложение, да, там вот...
специально для новичков. Вот, ты можешь купить, там, прокачав первые 5 рангов, он получает предложение купить какой-нибудь VIP-ускоритель там на неделю. Это будет круто, это будет супер. Ну и конечно же, мы возвращаемся к этому 100-й раз, но это правда. Надо объединить серверы, потому что даже если какой-то более-менее на новичках баланс на общих каналах будет, мы запретим большую часть доната, мы как-то улучшим магазин, чтобы новичок не смотрел, что вау, pay to win сплошной, пошел-ка я вот отсюда, но если даже все это будет, но он зайдет и он не может найти большинство карт, большинство комнат, он в этой игре не задержится. Ну хрен знает, может сработает, а может и нет. Так, это сработает, это сработает. Ты пришел в эту игру, ты пришел, это была ну почти, ну это потом уже, да, это была free-to-play игра. Ты пришел и ты мог гнуть, нормально играть с теми стволами, которые у тебя были в начале. Были игроки такие же, как ты, даже если там были твинки опытные, но все равно они не получали такого преимущества, потому что все ваншотило, все пилило, броники более-менее как-то что-то сдерживали, было нормально. А сейчас жопа, ты приходишь просто, ты вот знаешь, ты пришел, ты бот на ПВЕ, вот это вот ПВП новичков современное, ты бот, ты просто бегаешь и хватаешь хедшоты от ветеранов из золотого доната. Вот современный Warface. Так что не надо мне рассказывать, сработает или не сработает. Это сработает. Итак, друзья, вот такая проблема сегодня существует, и я уверен, если ее как бы устранить эту проблему, да в этой игре онлайн будет намного больше, чем сейчас. Как минимум на пару десятков тысяч он со временем постепенно вырастет. Потому что приходящие, несмотря ни на что, на дурную славу игры люди, они будут заходить и понимать, а здесь все-таки можно играть. А оказывается, не надо задонатить много денег, чтобы начать свой путь. И по моему мнению, это единственный реальный шанс игру, можно сказать, спасти и дать ей еще достаточно долгую жизнь.